запомнить бесподобные моменты единения с природой, друг с другом, с самим собой, со Вселенной, когда все вокруг — это мы, и мы вместе. Вспомнить неповторимые мгновения радости, любви, сказать о сокровенном, поделиться самым ценным, искренно, как в детстве. Ощутить себя вне времени, увидеть вечное, с любопытством познавать, делать новые открытия или открываться старым, но заново, всем сердцем. Не переставать удивляться бесконечным богатством Земли, эпох ушедших в столетия. Быть зачарованным обертонами в килогерцах. Проникнуться духом свободы самого сердца Азии. Вернуться к истокам великих течений. Плыть в потоке энергии, вобрав в себя силу места. Вдохновлять. Вдохновляться многообразием этого мира, многообразием приключений. Мы разные, но схожи в наших чувствах. И мы вместе. За тех, в кого верим, кого любим и ценим, молиться и ждать, когда те вернутся туда, где будущее через традиции творится. Восхищаться предками, потомками гордиться и объявлять в один голос, что терра инкогнита, наша Тува — земля живых традиций. Можно сделать такой же воздух в Москве? К этому надо стремиться, во всяком случае. Все, что можно сделать, это бывать здесь почаще.